Так, кого нету? Да, нет. Да, ломались, собирались. Вот так ходишь. Боже мой, сожалею и грешаю. Аминь. Создала меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав, согрешил, Господи, прости меня, грешаю, помилуй, благослови. На святи дары прислал истинную молитву. Хвала тебе, Боже, за все Аминь. Аминь. Да. Так, не надо это делать. В это время, когда молятся, туда-сюда через строй пробиваешь. Это абсолютно недопустимо. Простите, опоздала, пожалуйста. Стой там. Кто работал здесь? Чем занимались? Дрова пилили. Ну, граблями там все. Кто старше-то был? Да и доложите. Галина, она сверлила и смотрела. Ты же за старшего. Все хорошо, Лена. Так, мы поставили, это засверлили или там забили, 146 стоит. Брат, подержи. Давай, 146. Не пиши голову, ты мало знаешь. 146. Это с резкостью. Это очень и очень для нас трудно было. Не было, которое механическое сверло. Игорь не мог найти, а без него мы ничего не можем сделать. Сказали, у дяди Леши, поехали, у него совсем другая, она не подходит. И я дал денег тогда, чтобы купили все 15 тысяч. Ну, молодец, позвонил оттуда, на 60 сантиметров, а он зачем такая, я говорю, не брать тогда. И вдруг, примерно, что батюшка звонит, мы сразу, Роман, на машине, тогда приехали, взяли. Потом приезжал Глушко, Павел, брат, приходил, был здесь. Надо отпилить было, но уже ничего не успели сделать. Главное, это большая работа была сделана. Остальное за бульдозером легче. Вот мы реально ощущаем благодать Божию. Нет ничего. И мы ничего не могли сделать. Деревню проехали, нет. Игорь прошел. Я говорю, с Игорем идите, Никита, Володя, глядите внимательно, чтобы 6 глаз было, лишние 2. Все обошли, жена пришла уже, 8, я пришел, 10 глаз, не нашли. У него 1000 деталей, там склады, нигде нету. Мы уехали, а Господь нас испытал, что мы руки не подняли, говорит, нет, не кончились, мы продолжаем работать. И вдруг батюшка звонит, и батюшка задействовался. Это уже 12-е глаза. Все нашел, приехали, получили, отработали, вымыли инструменты, отдали, не повредили. Так назад оглядываешься, теоретически сложить даже нельзя было это все вместе. Все понял, тогда ладно, я не застрял. И как-то погода такая, не такая жаркая уже. И как в воде, я думал, не знал. Оказалось, лестницу опустили прямо там, близ воды, прямо рядом. И дальше уже, конечно, не ровно, там это не имеет тоже такого большого значения. Я вот на это смотрю, вечером итог подвожу, и слов нет выразить благодарность Богу, который все это сотворил. Перед которым мы. И говорит, что я считаю, что ты помнишь его, и сын человеческий, что обращаешь внимание на него. И вот неприятно, когда мы сделали, приехали, а тут бы что-то как-то. Я только захожу, у меня сразу две, сказать, неприятности. Девочка стоит, тут розетка, и она стоит, и эту вилку, уже вилка выдергивается, она не сладкая, вилка оголяется, а пальца только заткнуть осталось. Я сразу бы убила. Вы что делаете? Что вы творите? А я тебе крикну, когда ты отвечаешь, кто-то что-то делает, там где-то ставит ребенка. Еще у вас ума у женщин-то нету. Надежда Васильевна сказала, не дам тебе воды, пока ты не будешь стоять около этого. Ей дал, она включила, забыла, ушла, вода качает до последу, пока насос не сгорел. Ну да, потому что не отойдешь, она не отойдет. Но вместо себя она поставила мальчишку. Иди там. И гляди, как у меня блочки наполнились, а там выключи. Он пришел на крышку, а крышка не такая круглая, краями задержится. Лег на крышку колодца и уснул. Ну вы что, совсем ни Бога, ни людей не боитесь? Это же с меня просто будет. Ребенок уснул на крышке колодца, тебе это надо? А не дал? Жестокий.
Сделал замечание, бесовское отродье только так делает. Верующий так делать не может. Это сатана. Искушает сатана. Вот не дать, я не сказал, нет. Пример закачай. Воды нету, ну нету, нет, без воды оставайся. Качай из болота. Каждый раз, как только включил, пойду проверить. Приду, через край бочки льется, нигде не ходит. Зашла что-то в это время, шариться надо в избе. Бабы одинаковые все. Как отец Смирнов говорит, бабы, одни бабы в церкви. Вот они все и руководят. Тебе сказали, что делать, тебе зачем мудрить, зачем тебе это знать, зачем тебе портить себя. Электричество, представь себе, наполовину вытащила и рукой держит, а пальчики маленькие, только так и замкнула бы. Сразу только мирнула, крикнула, забегала, а сердце уже лопнуло. И вообразите это сейчас, вот в данный момент, макал покойник, это вызывать милицию, врача, и все бесполезно. Нужны мне твои тряпки здесь? Стираете, моете, выкинь их, и ничто не заметит. Это человек. К электричеству на колодце спать. И все женщины. И все вокруг меня. Я прихожу с такой радостью, как нас Бог благословил. А сатана уже в дверях стоит, лапы растопорил, как клещук ждет, как укусить. Молимся, это через нас целиком, если тебе это нужно. Уважения к молитве нету. Простите. А вы вас часто не раздевайте, как хотите. Вас впереди большие беды ждут. Большие-большие беды. Как попало живете. Молитвы нету, выскочишь замуж за первого музыканта или за певца. Поманит, он в ухе ковырять будет, а ты подумаешь, что он зовет тебя уже. Все, я согласна. А дальше ничего нет, он тебе через неделю под задницу и выпнул оттуда, иди. 9 месяцев будешь носить и таскать не знаешь от кого. Так это ладно, еще реально. А то и знать не будешь. Почему? А вы не понимаете, что надо закрывать шторки. Тебя уже высмотрели. Ты утром выходишь по одному в туалет не ходите, 2-3. Один стой на крыльце, а другой, чтобы тебе видно было. Маленько, воображение, развейте воробинное свое. Кто это придумал пословицы? Курица не птица, баба не человек. Почему, значит, хорошо вели себя? Как сумели так поставить? Не человек. А человек еще состоит. Человек состоит из тела, вот это тело, из души, из паспорта. А женщина... Женщина состоит из тела, паспорта и платья, а души нет. Это вывели мудрецы, а ты скажи, нет, у меня такая же бессмертная душа, и я лучшая помощница Адама, я не сгублю его, я буду подражать Деве Марии. И, конечно, там непонятный образ, нереальный буквально, как пишут, но Мария Магдалина – это реальный образ. И она названа апостолом апостолов. Ей подражайте. А эти хлопцы как себя вели? Вам сегодня пришлось прям чуть ли не пинками гнать. Он все время сонный. Молитвы не понимает. Каждый раз где? Стычка, стычка вот так. Никак. 3 кувалды сегодня колотили там. В древес где-то все расколотили, а теперь надо подпиливать все убирать. Мы были благословенны. Я хочу, чтобы здесь благословение это пребывало. Рису придали, Глушков заехал. Надежда Васильевна, там рис уже дома. Попросили, не знаю, пшено, пшено здесь. Овсяные хлопья не нашли, я не знаю, были они или не были. Все уже сделано. И Павел приехал, сторговали с ним, с трубой. Поехал Володя, его второй раз поехал, Роман. И что там, мешок муки, там... Крупы, макаронов, дали масло, халвы, все. Он там доволен, не знаю как. Это вот до обеда, только до обеда, что у нас сегодня было? Дея Павел не заходил. Благословение и скушение. Но Дея Павел не заходил. Прошу к электричеству близко не подходить, где провода. Накормили. Не выключать, не трогать нигде ничего. Сидите, занимайтесь собой. Вам понятно? У меня брат родной работал электриком. Электриком на больших стройках. И он говорил, мы обращаемся к электрическому току, господин ток, большой буквы. С ним нельзя так. У нас было 5 электриков на работе, сейчас осталось 2 или 3, остальные убиты уже. В мирное время. Одна залезла бегуди забивать, что-то там. В ванне одновременно бегуди уронила, коснулась, ее убила, пришли в ванне, мертвая плавает. У нас здесь тоже на разъезде, вот рядом разъезд, баба. Воду нагревать, я страшно не люблю, какие-то круглые там кипятильники. Она туда парилась, ее сразу убила. Скипела, сварилась баба. Нету. Мужик пришел, мертвая лежит.
Зачем тебе это делать? Обыкновенная печка, дрова подложи, обыкновенная электрическая плита, включи как положено. Нигде ничего не выдергивай. Когда надо это выдергивать, надо держать розетку и штепсель аккуратно вытягивать, как у нас у колодца. Детей никогда к колодцу никуда одних не посылайте. У нас отец насчет этого, мы благодарились, семья 10 ребятишек, сохранились благодаря отцу. Отец зайдет, а у матери печка русская, и стоят. Ну, чугуны расставила на спирихе, на самой спирихе, это соседка была. Он нас берег. Отец. А у нас заходили тут одни, ребенок, стеклянный глаз. Она положила материю, он там ползал, дернул, и попали, прям сразу в глаз выткнули. И он на всю жизнь. И родителей уже нету, и платья этого нет, ни ножниц, ни дома нету, а стеклянный глаз есть. Что вы делаете? Зачем тебе это положить на материю, и ребенок, сейчас пишут мне, Иуляне младенец, младенец, помолитесь, что, в реанимации лежите, вы что, кипятком обварили? Кипятком обварили, да, что, девчонка-то пельмень какой-то или что? Чего ради-то? А у нас ни одного не обварили. Я сижу за столом, его зовут Саша, хозяина, и всегда все время рот слюнявый раскрытый. Ну, что я не говорю, я квартирант. Ребенка держит, ребенок совершенно голый, мошонка, все, колодок кипятком. Я только сказал, Саша, кипяток наливает, ребенок руку протянет. Да ничего не будет! А ребенок схватил в это время и все себе кипятком обварил. Я такого крика, кажется, не слышал. Как же ты перед Богом предстанешь? Это ребенок, его движение не скоординировано, он не знает еще ничего. Почему тебя было не поберечь? Зачем ты ставишь кипяток, и она подошла такая же, наливает еще? Я говорю о вещах, которые должен каждый знать, а вы это делаете наоборот. Через кухню никто не ходить. Там, который сидит, дверь, никто, чтобы не заходил. Один только на кухне. Вот кого изберет старшая, тот будет помогать. Сегодня к костру готовьтесь. У тебя волосы растрепаны, я так не люблю. Вокруг они, у тебя болтаются просто. Подберите волосы, чтобы, ну, не болтались, где попало. Все у меня. Благодарю за внимание. Спасибо, Христос. Так, без меня обойдется, если не лежу, что встать. Милостивый, милостивый брат. Кто дежурит? Как я дежурю, так дежурьте. Спрашивайте, проходите. Первое, пока что, потом второе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Божию, ешьте до святая.